Общественная дорога или частная стройплощадка? Жители девятиэтажки на улице Кашурникова в Новосибирске уже четвертый год доказывают, что точечная застройка ущемляет их права. И теперь областной суд удовлетворил апелляцию граждан. Александр Могилин продолжит тему. Муниципальная вот эта территория, каким-то образом ее, значит, превратили в частную собственность. Войну против точечной застройки жильцы многоэтажки на Кашурникова 20 ведут уже давно. Сначала доказывали, что 27-этажная свечка закроет им солнце. Но доказательства и результаты экспертизы суд счел неубедительными и в коллективном иске отказал. Тогда активисты нашли доказательства, что строители перегородили единственный пожарный проезд. Даже в Росреестре землеустроительное дело все подтверждало, что на дальнем земельном участке около Кашурникова 20 проходит дорога по улице Планетной. Около 25 доказательств мы представили в Дежинский районный суд. Несмотря на доказательства, районный суд отказал жильцам в иске. Они подали апелляцию в областной и в высшие инстанции жалобу удовлетворили. Правда, территория по-прежнему закрыта для прохода и проезда. Строительный забор стоит уже четвертый год. Два года застройщик не проводит здесь никаких работ. 13 месяцев назад Госстройнадзор обязал владельца участка обеспечить свободный проезд по данной территории. Но до сих пор требование не выполнено. На контакт застройщик не идет. Жильцы требуют признать сделку незаконной и вернуть дорогу в ведение муниципалитета. Причем сделать это нужно как можно быстрее. 3 месяца назад пенсионер с сердечным приступом не дождался скорой. Скорая помощь подошла, подъехала вот здесь, не нашла, как заехать к нашему двору. И врачи с чемоданами, с чем бежали по туда, к дедушке, но он уже умер, к сожалению. Подошли, смерть уже наступила. Дело об общественном проезде, который стал частной территорией, областной суд вернул на повторное рассмотрение в районный. А застройщик тем временем на своем портале рекламирует квартиры в будущей новостройке. Срок сдачи — первый квартал 2017 года. На макете рядом со свечкой нет никакой девятиэтажки. Александр Могилин, Алексей Баженов, новости ОТС.